Nem cibis az. Csak na te. Смотрите, что она делает. Мы не заболеем за обедом. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмили и... Аска Фатима. И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео. У нас будет челлендж, кто съест больше сладкой ваты. Хоть кажется, что как будто у меня больше, на самом деле это не так. Здесь по две... Пачки. Пачки, да. Одинаково. И сегодня у нас будет интересный вот такой вот приз. Ты знаешь, что в нем? Мне кажется, там много маленьких чупа-чупсов. Ты хочешь его? Да. Мне кажется, тебе трудно будет его унести, поэтому лучше я. Я думаю, что я справлюсь, не волнуйся за меня. Мне тут на стул попала сладкая вата. В конце мы будем распаковывать этот чупа-чупс, и вы увидите, что внутри. Раз, два, три, поехали. Я уже начала. Как вкусно. Мы нас скорят? Ты сможешь ее съесть? Конечно. Две пачки, да? Прям тает во рту. Мне напоминает детство. Вкусно. Один раз я уже снимала видео со сладкой ватой. У нас даже стаканчики розовые, как это мило. И вата розовая, стаканчики. Как мы бежали за этой ватой, это вообще что-то. Покажи чем-то. Мне этот приз. Как я это потащу, все будут смотреть на меня. Ты это не потащишь, дорогая потащу. Моя. Потащу. Мы на скорости или... Надо просто все съесть. Тогда кто первый съест, тот выиграл, логично. Вдруг мы обе сможем. Очень вкусно. Идет хорошо. Я думаю, что я все съем. Чай еще горячий. С чаем вообще тема. Вау. Надо было в Instagram сторис снять. Кстати, подписывайтесь на наши инстаграмы. Ссылки внизу. Это очень вкусно. На брудершафт. Ты готова проиграть? Давай, Фатима. В этот раз. Давай, 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 красиво. Давай, давай. Мне меньше осталось. Как ты это делаешь? Я засовываю в рот больше, но не уменьшается. Все одинаково, все честно. Две стандартные пачки у меня и у нее. У нас около школы их продавали. В детстве, в смысле, когда ты училась в школе? Очень вкусно. Нет, сейчас в школе. Мы не заболеем диабетом? Алька, почему она намокла, что ли? Почему она тут такая стала? Странная. Что тут? Странная, как будто ее облизали. Когда облизываешь ее, останется такое. Как мы гнали за этим чупа-чупсом. Это ее идея была. Порадовать меня подарком. Кстати, он настолько дорогой, что я просто офигела. Вот что там может быть такого, что он стоит 7 монат? Ну тебе же не жалко для меня, правда? Ты так уверена в своей победе, или ты просто... Посмотри. Как она испаряется, я не понимаю. Чай тоже вообще горячий. Она скоро перестанет со мной играть. Mm-hmm. Он устал проигрывать. Я натренируюсь. Так хорошо идет. Все-таки я не сладкоежка. Ты сладкоежка? Нет. Ты наелась.
Признавайся. Не, я бы еще съела. Что? Как ты это делаешь? Это я выиграла. Где еще ты выиграла? Мой приз ждет меня. Ну. Кто знает, что там внутри, пишите в комментариях. Все равно в конце увидят, что там внутри. Да, реально. А может, я хочу забрать свой приз себе, не открывать. Ты же хочешь, чтобы люди посмотрели. Ну да. Хотя не факт, что ты выиграешь, подожди. Чего ж ты меня так пугаешь, а? Ты уверена? Ну, чтобы выиграть, нужно доесть до конца. Я почти доела. Я не сдаюсь. Давай я дам тебе фору чуть-чуть. Отдохну. Дам тебе шанс. Чокнутая. Понимаете, что она делает? У нас сошла с ума. Чего такое? Что? Что? Угоняю тебя. Чего только не сделаешь ради чупа-чупса. Почти одинаково у нас, Айка. Давай чуть-чуть поднажми. Ты готова пойти со мной ко мне? Скажите, это вредно для здоровья? Мне кажется, не полезно для фигуры точно. Ну ты вышла. Вкусно. Я вообще не любитель сладкого. Заметно. Но это исключение. У меня на канале есть видео, где мы пробуем 10 видов сладости, кажется, да? Да. Подписывайтесь на мой канал, ссылка внизу. У меня же пальцы в таком виде. У меня чистые. А почему у тебя так? Потому что ты ешь как бешеная. Вы видели, как она это сделала? Сейчас я это повторю. Она чокнутая. Во рту превращается в кусочки сахара. В леденец какой-то превращается. Карамелька. Ты даже вот уже превращается. Как это так происходит? Здесь что, влажность? То, что прилипло к тарелке, считается? А все, я съела. Не расстраивайся. Ты поделишься со мной чупа-чупсом? Я подумаю. Как подумаете, да. Я не обещаю, но я постараюсь смотреть, что там внутри. Честно, я уже не могу, это уже слишком. Кто великий мукбанкер? Давай, давай. Мы еще до этого снимали суши, хотя тебе все равно. Давай, давай, давай. Очень сладко. Чувствую, что этот кусочек будет лишний. Ну, сама смотри, тогда ничья. Нет. Господи, как у
Не зря же я все это ела. Ой, как я это сделала. Обязательно подписывайтесь на канал Ask Fatima. Ссылка будет в инфобоксе. Также на канал Айк, я потому что, чтобы у тебя все съела. Так, я сказала... Это была заслуженная победа, и Фати молодец. Я сказала, это будет мой приз. Как его теперь открыть? Осталось его открыть. Я, по-моему, хочу. О, как прикольно. Это пока пластмасса. Это не настоящий. Там коробка, и там внутри что. Очень странно, что ты никогда не пробовала. Я думала, все, что продается в супермаркетах, ты пробовала. В супермаркетах, все, что в ресторане, ты перепутала. Ой. Один. Не шелести. Это чупа-чупс такой, вы поняли? То есть это пластмасска, она была там. Я же говорю, много маленьких. И много маленьких. И игрушка. Ой. Что это? Это мое. Что это? Стюй, Ой, Бэтмен. Это можно оставить себе, ладно. Это что-то такое. Это жвачка, это мне, я выиграла. Она, это жвачка можно с татушками. Можно одну штучечку? Нет, я выиграла. Смотрите, какая она аферистка. Нет. Наклеечки можно одну наклеить. Все мое, на тебе чупа-чупс. Тебе чупа-чупс и Бэтмен. Клевая игрушка. Да. Остальное все мне. Как сочетается вот эта девчачья штука и... Ну это чтобы если мальчик купит, не обидно было и девочке. Ну тогда, в принципе, понятно, почему чупа-чуп стоил. Это конфета. Это такая конфета, ее макаешь в порошок, он лопается на языке, как клево. А это мне пригодится. А это жвачка с татуировкой. Спасибо, Айка. Я знала, что победит сильнейший. То есть я... Допьем чаек. Обобрала и ушла. Я шучу. Это всего лишь видео. То есть никто ни на кого не обиделся. И ты рассчитываешь, что я за кадром потом буду делиться. Ты мне одну жвачечку ждешь. Я тебе дам другую жвачку. Открытую. Это моя. Ладно. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на наши каналы. Ссылка на мой канал внизу. Также подписывайтесь на наши инстаграмы. Также ссылки будут внизу. Мы вас очень любим всех. Пока.